Рокутагин. Да. С праздником тебя. Спасибо. Взаимно. Пошел в жопу. Кинокомпания «Не та кнопка» и «Мозголом Продакшнс» представляют. Слышь ты, звезда Голливуда, не отвлекайся. Пошел в жопу, я в процессе, я должен поздороваться. Приветствую вас, тихо, леди и джентльмены. Нагнула. Другие подруги, с вами Мортит, капитан Очевидность, красавчик наш. И, да, и отличненький анекдот. Твоя подруга насолила тебя, подарила на 23 февраля пену для бритья и носки. Отомсти ей. Подари весы. Да, такие дела. Вот. А вообще я хочу поздравить наших прекрасных девушек с этим прекрасным международным женским днем. Дай им ту клатч, детка. Да ладно, давай, Кэп, давай, блесни, ты можешь. Давай. Давай. Рак, сука, рак. Сука, где урон? Какой урон, Кэп? Да нет там никакого урона. Что-то ты прямо, да, сука, по-моему, ты даже не стрелял в долгом. Урона нет. Да, ладно, посмотрим, как ты будешь исправляться. О, да, пара-па-пам. Музыку предоставил, кстати, для нашего нагиба Михаил, он же Омен Воитель. Отличный просто человек. У него великолепный музыкальный вкус. Вот. Ну, насколько я знаю, он вообще профессионально занимается музыкой. И вот эта музыка чисто его. Да-да-да. Ах, душевно. Девушки, вам нравится? Скажите, напишите в комментариях. Я надеюсь, что вам нравится. И сегодня я хочу... Хедшот, детка, you are sold. Вот это как бы уже сделано, то, что я хотел. Нет, мама. Ты смотри какой. Давай, мы можем. Давай. Да. Инженер не нужен ваншот голову. Не нужен, нет, зачем? Пили в тело. Все нормально. Да, но... Давай. Ты смотри-ка, плагиатор у нас тут. Ну, может и как бы он соответствует. Может, ты пошел в жопу, я не буду с тобой эти играть. Да, Кэп, ну что ты, как бы... Ну я же правду сказал, друг. Да, я на самом деле, я тебя люблю, что ты, как бы... Что ты прям начинаешь? Ложен же я иногда... Отыгрался, сука, на тебе. Да. Ну так вот. В первую очередь хочется мужчинам дать совет. Ну, во всяком случае, юношам. Взрослые мужчины, как бы, они без меня все знают, как бы. И они даже опытнее. Вот женщины мужчинам дарят на 23-е носки. Это очень оригинально. Очень оригинально. Мужчины понимают, о чем я. Вот. Когда вы на 8 марта женщинам дарите духи, а это очень часто... Цветы нормально, как бы, да, понятно, это обязательный элемент. Но если вы какой-нибудь подарок, у вас там такая дама сердца, дарят там духи, какие-то шампуни. Мужики, честно, у меня как бы есть определенный опыт. Не парьтесь, не поможет, как бы, вы не туда попадете, это 100 пудов. Никогда женщинам не дарите косметику, никогда, сука, ты всегда не туда попадаешь. Тут вроде все продумал, нифига подобного. Короче, идешь в магазин парфюмерии, там Ривгош, Фигош, там еще какой-нибудь, Литуаль, Фитуаль. Покупаешь подарочную карту, в зависимости от своих, как бы, финансовых возможностей, там, на 1,5, 2, 5 тысяч, хоть 10 тысяч, сколько у тебя есть, как бы, да? Или вообще просто какой-нибудь магазин косметики, там, есть для ванны, для душа, такие, там, всякие спа, там. Покупаешь подарочную карту. Любую, вот, подарочную карту. И даришь. Все. Все, как бы, нагиб завершен. То же самое, кстати, касается дней рождения, да. Отличный подарок. Женщина, она лучше тебя знает. Она пойдет все, сама выберет. Она будет прям на седьмом небе от счастья. То все, девчонки, правильно же я говорю? Девчонки вот знают, девчонки вам подтвердят, что Мортик, как бы, он Ракутагин, но как бы кое-что уже понял в своей жизни. Все правильно. Подарочную карту даришь, цветочки подарил, в щечку поцеловал. И не только в щечку. И все. И говоришь, сладкая моя, я тебя люблю. Все. Как бы, вот, это напутствие. Ну, уже поздно, сука, наверное, вечером видео выйдет. Ну, как всегда, на следующее 8 марта имейте в виду. Да, такие дела. Настроение хорошее.
да, 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 да. Мишаня, вот эта музыка у тебя, молодец, красавчик. Вот. И, да, да, на чем я говорил. Девчонки, что я вам хочу сказать. Я желаю вам быть счастливыми, быть любимыми. А если женщина ее любит, она уже счастлива. А будьте любимыми. Вас всегда любили. Всегда был кто-нибудь рядом, кто придет, обнимет, поцелует, скажет: ты моя сладенькая, ты моя маленькая, ты моя конфеточка, ты моя рыбочка. Тихо. Давай, Макс, тащи. Тащи, Макс. Настало твое время. Вот так вот, красава, Макс. Макс дает. Та-да-да. Красава. Макс! Макс успел! Безумие, сука, творится. Несправедливо, кстати. Нас четверо, их пятеро. С нами Ситорочка играла. Девушка в нашем клане. Вылетела? Да. За АФК вылетела. Справедливо, но несправедливо. Сегодня могли бы девушек как бы не банить на полчаса за АФК. Им сегодня можно. Они могут вообще не играть. Да, они не должны сегодня играть. Это как бы не обязательно. Тихо. Во. Там папай там рампам. Давайте, ребята, тащите. Тащите, я верю в вас. Я сзади постою. Да, а почему нет? Да ладно, бомба у нас, как бы, я думаю, все получится. Шансы у нас хорошие в целом. Все хорошо будет. Все будет отлично. Да-да. Ну да. Тихо. Во-во-во-во, медицина. Бля, жопа, надо сваливать. Вот так вот. Хорошо, тяжелые ботинки одел. Кто бы что ни говорил, но тем не менее они хороши. Хотел еще сегодня поговорить о том, что наши разработчики подарили. Ну как подарили, предоставили. Они не подарили нифига. Они вообще на подарки очень щедры. Поэтому хорошо, да. Вот. Новый пак женских скинов. Мне не понравился, честно. Девчонки, ну не идет девушкам это. Я считаю, вот этот пак скинов не идет. Некрасивый он какой-то. Ну какой-то какие-то скелеты бегают. Вообще, не-не-не-не-не. Авророчки, да. Пандорочки, да. Черные вдовочки, да, сочненькие. Это вот эти вот наноскины женские, честно, не очень. Ну ничего страшного, мужики раскупят. Да, как всегда. На 8 марта что не вводят, мужики раскупают. Отлично, просто великолепно. И вовсе не для дам. Но суть не в этом, как бы. Ну, я должен был об этом сказать, как бы. Вот. Я просто люблю эту тему. И самое интересное, я абсолютно нормально ко всем отношусь. И к обладателям бабускинов. И к обладателям бабускинов жизни, как бы. Мне просто нравится, когда у людей бомбит. Я добрый тролль. Сука, добрый тролль. Новая фишка появилась, надо переименоваться. Добрый тролль. Да, я добрый тролль. Как бы я же... Немножко остряк, но я по-доброму. Кэп, давай тащи. Кэп затащит сейчас. Кэп моё, давай, Кэп. Красава, давай, 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 давай. Может получится у него. Кто? Видел, да? Нифига себе. Фантастика, сука. Надо же, раз в год и палка стреляет. Да. Ладно, ладно, Кэп, не отвлекайся, не отвлекайся. Во, молодцы, ребята. Хэппи бро нагнул. Молодцы, действительно, получается. Мне нравится. Девчонки, вам нравится? Вот эта музыка. Оу, да. Там, 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 там. Сердце мое возьми. Да. Люблю я девушек. Я вообще всех женщин люблю. Они прекрасные. Они как... Вот говорят, дети – цветы жизни. Дети – это ягоды, это плоды жизни. А цветы жизни – это женщины. Ну так, если подумать, да? Мужики, вот... Вот мы все живем-то зачем? Вот все как бы там карьеру построить, то сделать. Все ради женщин, чтобы внимание их привлечь. Ты всегда хедшоты. Вот хедшоты ставишь тоже ради женщин. Да ради женщин. Сегодня все хедшоты ради вас, милые дамы. Да? Да, 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 да. Давай-ка тащи, ты мам. Ркутагин, у меня депрессия. Мне кажется, у меня ник невезучий. Может сменить? Не, не надо, остается так нормально. Почаще будем снимать. Я вообще подумал, надо почаще РМ-ки снимать. Классно, с окладами собрался. Но я в Warface вернулся, я месяц не играл. Ракую по-страшному, сука, такое дно. Но я вернулся, и у меня такое что-то как-то сразу желание появилось играть.
Реально появилось. Я по 20 мясорубок снова сейчас буду катать. Вот сегодня 18 катал с ребятами. А с окланами сидишь, играешь. Захотелось. Отдохнул от Warface. Больше другие игры играл. А теперь захотелось. Бронепоезд, сука. Ну и нахер эту игру. Шутка была. Как бы да. Сильно. Сука, сегодня великий день. И не только потому, что 8 марта. Настроение хорошее. Вообще нагиб идет. Классно же, классно. Мне нравится. Я позитивен. Вот сейчас вот, Кэп, сейчас будет time to clutch, смотри. Я ползу, сука, меня не видно. О, трава, смотри, в горшке стоит. Возле магнитофона. Ладно. Это из-за нее все. Из-за музыки. Из магнитофона. Да-да-да-да-да. Тихо. Не стоит опускаться столь низко, друг мой. Я предлагаю тебе воздержаться. Че, дурак что ли? Как тут воздержаться? И вообще сегодня 8 марта, сегодня нельзя воздержаться. Holy shit. Сегодня нельзя выдержаться. Блин, кто эти прицелы ставит? Нет, я понимаю, они хорошие. Но я не могу с этим прицелом играть. А когда ты только с ним и играл? Я отвык. Зума не хватает вообще жестко. Почему я и говорил. Я за балансировку снайпера, но я против того, чтобы фиксили фадзум. Некоторые говорят, наоборот, фадзум надо подфиксить. Я против. Ладно, мы сегодня не об этом. Мы сегодня просто вот наслаждаемся. Я хочу девушкам подарить особо смешное, приятное, креативное видео. Так. Только мутантов нам тут не хватало. Никого. Надо же. Вот так вот! Ты, сука, настолько скиллов, что даже колесо на сигзавру меняет. Это вообще не твоего ума дело, что я на чем меняю. Ты... Молчи, понял? Кэп, не время. Вот так! Да где урон? Я стрелял там, в тело же было. Ракутаген, какой урон? Че ты мне рассказываешь? Ты даже не попал. Вы свидетели. Вы свидетели. Было, сука. Было. Ничего не знаю. Было, Кэп. Я попал. А если я не попал, то это вот этот четырехкратный прицел виноват, понятно? И не надо мне, кстати, спрашивать, почему я с мушкой играю на Макпуле. Просто играю. Мне кажется, он так эффективен. Он на самый ближний, как бы, он так эффективен. Да. Тихо. Кэп, давай, делай дела. Откуда? Вы что, не поняли? Я ничего не понял. Умрите! Давай! Красавцы. Там-там, рампайдом. Молодец, Ракутаген. Нагнул так, нагнул. Красавец. Спасибо, спасибо, брат. Ты тоже такой молодец. Такой, я тебя уважаю. Красавчик. На позитиве все равно, болею за команду. Игра, правда, у него не пошла. Но это бывает, это мелочи. Я сегодня так же рыковал. Да. А, милые девушки, женщины, девочки, все вы прекрасный пол. Я желаю вам быть любимыми. Да?